Всем привет, с вами мистер Ник, это вторая часть прохождения карты паркур. Вот, мы, помню, остановились на вот этом уровне. Давайте попробуем пройти его сейчас. И я включил режим креатива для того, чтобы постоянно не выключаться, когда проигрываю, а просто проходить, продолжать проходить. Вот как, например, сейчас произошло. Вот, чтобы время не тратить так много. Оп, стоп. Не считалось. Понятно. Пробуем еще раз. До тех пор, пока у нас не получится. Вот получилось. И давайте сейчас попробуем дальше пройти. Это, надеюсь, будет не очень сложно. Так, ошибочка. Надеюсь, это будет, как я сказал, уже не очень сложно. Да что ж такое? Так. А, у нас вот это вот все закрыто. Значит, так. Так, что у нас не прыгается теперь? Ага. Как проходить? Значит, тут открываем, тут открываем. И просто запрыгиваем на них. Все, мы тут прошли. Удачно. А, вот это, кстати, тяжело. Очень. Этого не ожидал тут, конечно же. Давайте попробуем. Нет, спать еще нельзя, к сожалению. Да что ж такое? Почему включается режим полета? Не везет. Или я очень прям, ну, в паркуре. Все-таки мы эту карту, я думаю, мы пройдем. Да что ж такое? Почему не как-то не прыгает он или че? Надо вроде на эту кнопку прыгать. Так, прошли. Отлично. Начинаем оттуда же, откуда упали. Блин. Вот, кстати, очень тяжело, так как тут не получится нормально даже разогнаться с этого кусочка маленького. Так. Прошли, но упали. Давайте продолжим вот отсюда. Так. Так. Возвращаемся. Сюда. Ой. Что ж такое? Значит, надо тут все-таки взять разгончик. Я думал, тут без разгона получится. Блин. Какой же я нуб все-таки. Не знаю, советую, кстати, вам эту карту на паркур, если хотите поучиться, тренироваться в прыжках. Так, она такая достаточно сложная. Вот, особенно вот здесь вот. В
Я вообще не понимаю даже, как я буду проходить это. Все-таки придется. Как же это тяжело все-таки. Прям капец, сюда так много этих заборчиков типа. Я даже не знаю, пройду я это или нет. Давайте попробуем на этот разгон прыгнуть. Ладно. Походу я не пройду это задание. Придется приступать к следующему, наверное. Я бы, конечно, постарался пройти, но у меня это вряд ли получится. Со льдом тут тоже так сложновато будет сейчас, я надумаю это. Все-таки эта карта, как я говорил в прошлой серии, создана, ну, для того, ну, как бы для версии Майнкрафта с разгоном, походу. Без разгона тут вряд ли долететь можно. Прям не хватает чуть-чуть. Да блин. Какой-то я совсем нуб, наверное. Так, не знаю, можно засчитать, наверное. Поскольку мне это очень сложно все пройти. Я это засчитаю, продолжу отсюда. Так. Я вот не помню. Можно залезть на вот этот вот блок? А нет, походу нельзя. Жаль. Так, вот тут я уже в напряге прям сижу. Я не понимаю даже, как я буду это проходить. Тут так мало места для разгона. Это просто ужас. Давайте вот отсюда. Ай. Еще не успел даже залезть, уже упал. В этом весь я. Так, давайте вот отсюда попробуем. Что ж такое? Как же тут... Блин, я даже не знаю. Сложный очень такой уровень. Если вы так не считаете, то можете попробовать пройти. Уверен, что с первого раза тут никто не пройдет. Блин. Просто я вообще не понимаю. Создатель карты красавчик вообще. Прям создал такую карту мощную. Ладно, походу я тут тоже не пройду, придется пропускать. У меня, конечно, извините за вот такое вот отношение к карте. Просто я действительно тут не смогу пройти. Ой. Почему включился сам этот режим полета, если я даже не летел, только разгон взял. Или не знаю, может разгон не надо брать тут, поэтому режим полет включается. Хотя без разгона тут и не долететь, так что придется его. Так, тут я уже хотя бы не включился режим полета. Теперь у меня нет отмазки того, что я за него не смог пройти. Сейчас разгон не взялся. Блин, такая карта сложная. Я, наверное, паркур больше не буду никогда проходить. Короче, все, ладно. Проходим дальше. Так, а вот тут я не знаю. Ну, чекпоинт предполагаю. О, вот, наконец-то мы сохранились. Не может быть. Первый раз за все время мы сохранились. И как будут проходить? Ага. Ладно, в общем. Пройти у меня вряд ли это все получится. Давайте просто посмотрим, что у нас в самом конце. Так, вот. Что, если это конец, то... О, смотрите, и портал в ад даже есть. Ничего себе. Ну, например, ну, упали мы вот сюда. Упали. Сюда. Сюда. На кувшинке. А хотя, стоп.
Чё там это, падла? Тут же... А, нет, так все правильно, все правильно. И портал в ад здесь, значит, да? Чек на рейс. Посмотрим, давайте. А, вот это же продолжение есть. Я уже пройти вряд ли это смогу все. Так. Ладно, без сундука. Так. Нет, конечно, создатель карты. Красавчик, такую карту сложную создал. Я ее, короче, не буду уже проходить. Давайте просто посмотрим, что там дальше у нас. Значит, получается... Ой, господи. Сюда, там, мы залетели. Смотрим, что у нас тут. Тортик, чекпоинта нету, я так понял. Так, у нас тут дальше проход идет вот сюда. Давайте посмотрим, что здесь. Каракула. Не знаю, что это значит. Прости. Чупа Вегра. Так, смотрим, что у нас здесь. Вот выход. И мы опять должны, походу, возвращаться назад. И вот, короче, какая карта это пройдена, считайте. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то почему бы не поставить под ним лайк, не подписаться на наш канал. Вы меня, конечно, извините за креатив. Я просто очень прям нуб такой в... Как его? Я нуб в паркуре, поэтому я не смогу пройти эту карту. Наверное, дальше я буду проходить какие-то другие карты. Или вообще просто выживание буду играть. Все, всем спасибо. С вами был Мистер Ник.